воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ «Топ-блогер України» і я, її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні у мене дуже цікавий гість, деякі з вас можуть сказати, що він дуже схожий на Руслана Білого із стендап-каміді. Але ні, насправді це Руслан Білий схожий на Олексія Якубіна. Вітаю нас в студії. Вітаю. Вам взагалі казали, да? Це, що ви маєте щось спільне з цією людиною. Да, ну я теж вважаю, що це Руслан Білий на мене похож. Да, це правильно. Тому що треба відстоювати власних виробників. Да. Ви аналітик. Політолог. Політолог. Ну, політолог – це вже аналітик. Тобто ви розумієте, хто там при владі, хто прийшов, хто має якийсь зв'язок. Так, є ж синтетики. Дуже складні ви речі кажете. Я до такої розмови не підготовлений. Аналітик – це той, хто розкладує на кусочки. Це аналіз – це розчленення чогось. Ну, в принципі, якщо ви А якщо розчленення, значить, має бути і з'єднання. Так, а з'єднання – це майбутнє. Ви дивитесь, хто там кого розчленив, і що, в принципі, слід очікувати від цього розчленення. Ви деякі прогнози робили. Да. І хотілося б знати, тобто треба, щоб ви були авторитетом для наших глядачів, як часто ваші прогнози перетворюються в життя? Наскільки часто ви праві? Это, понимаете, такой интересный вопрос, потому что не только ж прогнозы работают, есть еще понятие такое, как объяснение. Объяснение и прогнозы – это взаимосвязанные вещи, и аналитик, как вы сказали, или политолог может быть хорошим объяснителем, например, может быть слабым прогнозистом. И наоборот, человек, который может плохо объяснять, что происходит, он может как-то предчувствовать прогнозы. На самом деле, тут, знаете, прогнозы часто бывают такой вещью не очень, ну, скажем так, благодарной. Но если говорить, там, и наши зрители могут поднять видео, там, мои последние полтора года, те вещи, о которых я говорил, что Порошенко никогда не выиграет, что он не сможет выиграть во втором туре, да, и, ну, то есть не сможет на второй срок остаться, про то, что страну ждут изменения, эти вещи оправдались. Другое дело, что иногда часто мои прогнозы, возможно, некоторые считают, знаете, такими забегающими даже не на шаг вперед, а на два шага вперед. И поэтому не все из них прямо сразу реализовываются, но, в принципе, тенденцию... Ключевую тенденцию, мне кажется, я улавлю. Я стараюсь ее поделиться с людьми этой тенденцией. Вы тенденцию розумієте, и від того я хочу, чтобы вы сказали, что нас очікує такого позитивного, гарного, ну, ближайший там рік. Позитивного, хорошего. Є в вашому прогнозі щось таке, щоб воно підняло нас. Я надеюсь, все мы будем живы. Да, ага, это хороший вопрос. Вот такие рівень, да? Это на уровне иронии, да, на уровне иронии. Ну, иронии и пожелания, на самом деле. А если говорить о что мы можем хорошего, давайте все-таки не год говорить, а полгода. Я считаю, что ближайшие полгода будут во многом определяющими, я бы даже сказал, тестом. Они нам окончательно покажут, куда движется страна. Во-первых, если за эти полгода мы не увидим подвижек по Донбассу. Смотрите, если мы не увидим подвижек по Донбассу, мы не увидим более активной работы, связанной с законопроектами, да, по Донбассу, в той же Верховной Раде, подготовки встречи в нормандском формате, второй встречи в нормандском формате в контексте Владимира Зеленского, я думаю, что в таком, если мы этого не увидим, да, я думаю, что для граждан Украины, в принципе, можно тогда уже сразу говорить, что мы не увидим, скорее всего, этого и дальше. Да? То есть можно будет говорить о том, что тут процесс зашел в тупик. И вот если увидим, то я думаю, что в таком случае Владимир Зеленский будет подтверждать свой, ну как он даже себя позиционирует, что он президент мира. Да? Ой, да себя чувствую. Он так себя называет. Ну и позиционирует, но если мы посмотрим с вами все-таки на социологию, даже последнюю социологию рейтинга, да, где у него рейтинг повысился на там, около 10% после встречи в нормандском формате, это говорит о том, что это действительно благодарная почва. Люди хотят, чтобы президент наконец-то сдвинул эту ситуацию ни войны, ни мира, и в Украине наконец-то наступил мир. Мне кажется, что да, у нас есть политики, которые не хотят этого, и мы видим, кто. И мне кажется, даже отчасти политическая сила пятого президента относится.
к тем, которым выгодна ситуация ни войны, ни мира, как это есть сейчас. Но в контексте Зеленского, мне кажется, что сам он понимает, что во многом его рейтинг доверия, который он имеет, да, он связан именно с миротворческими его шагами. И потому отсюда мы слышим, да, с его стороны идею об обмене всех на всех, новых шагах, связанных с новыми открытиями, да, вот линиями на линии размежевания, открытие новых пунктов пропуска. Ну, то есть, другой вопрос, как дальше будет решаться вопрос границы и выборов, да, вот то, что называют пресловатая формула Штайнмайера. И второй вопрос, второй нюанс, который решится в ближайшие полгода, это социально-экономические вопросы. То есть, если мы увидим дальше продолжение неолиберальной программы, которую мы видели на последних 5 лет очень интенсивно, а я просто напомню, что она означает... Либертарианство, оно как-то цикавейше, звучит так, на самом деле, по-модному. Это неолиберальная программа, я имею в виду, что да, это социальные сокращения, плюс, скажем так, полная такая ликвидация социального государства из серии, что давайте теперь вы сами за все отвечаете. Мы, государство умывает руки, мы только почему-то с вас снимаем налоги, но медицину, образование занимайтесь сами. Ну, треба робити те, що виходить. Треба робити те, що виходить. Якщо виходить збирати налоги тут, а не виходить будувати там нові якісь заклади, де можна лікуватися, навчатися. Я понимаю, но робіть те, що вміє. Смотрите, но это же полная делегитимация государства. То есть, если государство снимает налоги, но в итоге оно нам не дает социальных профитов, а у нас государство, люди, которые на самом деле как бы вполне законно требуют, чтобы государство создавало социальные блага, то в таком случае у многих людей возникает вопрос, а зачем в таком случае государство? Ну вот зачем? Чтобы был просто флаг? Потому у нас многие люди уезжают из страны. Це, в принципі, якась інерція, мені здається. Ми ж, в принципі, боролися за те, щоб цього соціалізму ніякого не було. Боролися так соціалізм є по всьому мірі. Навіщо? Хорошо, це шатавізм, щоб хтось турбувався за людей. Ну, ми ж за демократію і за конечно, лібертаріанство ми за боролися. Демократія – це равно соціалізм. Посмотрите, пожалуйста, на Францію. Как люди там борються за соціальні права. Или на Соединенные Штаты Америки. Чому Дональд Трамп имеет тут рейтинг поддержки? Потому что социально-экономическая политика устраивает людей. Может, это ежедневенчество? Нет, ни в коей мере. Дело в том, что просто за последние столетия просто поменялся концепт гражданственности. Теперь гражданственность – это не просто право выбирать и быть избранным, а это и социальные права. И это даже минимум. Смотрите, сейчас во всем мире есть очень активная дискуссия даже о таком понятии, как безусловный базовый доход. Когда вот вы просто тарик, да, а вам просто каждый месяц платятся деньги на еду, на жилье, на одежду. И просто вы их тратите, просто потому что вы гражданин. И в ряде стран уже делаются такие проекты, такие как Финляндия, например, или в Канаде. Проводились проекты, связанные с тем, что государство понимает, что в будущем оно, ну, к этому развитые страны придут. Мы помним, что в принципе и проводился плебисцит безпосередньо в Швейцарии, да, где казалось, что 2000 евро есть... будете просто отримати, и швейцарцы, да. Ну, какие-то незрозумілі нам люди, они сказали, не треба нам цього. А я объясню почему. Потому что им взамен предлагали, говорили, что сделают платное медицину и образование. И швейцарцы посчитали, что 2000 франков не компенсируют им возможность социальных благ, которые они сейчас получают за счет бюджета Швейцарии, имею в виду и медицину, и образование. То в них керівництво теж хотіло їх надурити, так, м'яко кажучи. Так, абсолютно верно, абсолютно верно. Тобто, якщо б просто їм платили, але зберігали б всю цю соціальну систему, я думаю, щоб цей референдум отримав позитивний відклик у населення. А так як їм пропонували, давайте ми тут це все комерціалізуємо, приватизуємо, а вам заплатим 2000 франков. А люди так посчитали, что тогда сколько они будут платить за каждую медицинскую операцию, поход к врачу или в школу и в университет. Ну, я вважаю, что просто они не допрацювали. Я маю на увазі керівництво Швейцарії, бо треба було більше вкладати в гроші в телебачення, і тоді б, я впевнений, вони теж переконали би, що це треба. Зато, заметьте, Швейцария, на самом деле, реализовывает то, что, по идее, мне кажется, у нас должны были реализовать с самого начала, я имею в виду идею референдуме, потому что если мы откроем с вами программу президента Владимира Зеленского, то первый пункт у него стоит это народное волеизъявление, да, народовладдя, народовластия, давайте так говорить. И вопрос о референдуме, он на самом деле сразу же решил бы очень много вопросов, там, по земле, если бы уже была возможность проводить референдум, да, и многие другие вопросы. То, что Швейцария, кстати, не боится делать.
Вот Швейцария в этом плане это страна, где уже свыше 200 лет нету войн. Заметьте, это очень важно. В Европе это редкость. Три мовы державные. Четыре даже. Четыре. Да, даже четыре, ага. Четыре языка. Это федерация. Нема чого їм робити. Мали би одну да. Якусь швейцарську мову собі. А вот они вот так, да? А вот у них есть французская, и там есть итальянская, немецкая. И немецкая, и даже там есть другие наречия. Фламандская, мабуть, якась. Не-не-не, там есть свои еще наречия внутри самой Швейцарии. Ну, вот, как бы это не мешает. Треба и розвивати це наречие, щоб відрізняти. Від всіх цих у них даже столица не до конца понятна. Вот город Берн мы считаем, но на самом деле это просто как бы место размещения части государственных учреждений. То есть у них даже так с этим. Это швейцарская же конфедерация. Но страна работает, видите, люди живут, хотя и многие пытаются туда уехать и жить, да? Ну, то есть, так, не к чему знаю, я веду? Якби вони прийняли цей закон про все, що я як молода людина, яка, в принципі, не хворіє, то я б поїхав би і отримав би просто гроші, і... Да, ну, просто... так навіть і не збираюся. Арик, ну просто вот к чему я веду, что вот социально-экономические вопросы у нас, к сожалению, сознательно демонизировали и говорили, вот вы хотите социальных благ, вы там совок, третье, десятое. Слушайте, во всем цивилизованном мире люди хотят социальных благ. Это нормально. Ой, не кажите им, они зараз нет, почнут так, вот, я, пусть, вас послушают, да, и потом почнется. И пусть требуют, знаете, требуют возможного, да, потому что это возможно. Сейчас промышленность, вот те, кто немножко изучает эти процессы, знают, что промышленное производство работает в таких масштабах, что, знаете, тут даже обеспечить людей, вот можно, грубо говоря, полстраны может не работать, в принципе, промышленных масштабов продуктивности вполне хватит, чтобы их содержать. Просто выгодно в той системе, которая есть, капиталистической системе, давайте так ее назовем, выгодно, чтобы всегда были безработные. Так. Это еще классики, изучающие капитализм, знали в 19 веке. Не, расслаблена, вона не, только, буде не только, просто тогда будет проще, місце. Смотрите, просто тогда можно будет говорить, смотрите, вот ты хочешь быть как вот... Вот этот, который без работы там вот под домом лежит. Да. Не хочешь, да? Все, значит, працюй. Да, вот. И вот за эту маленькую зарплату работай. Ты же не хочешь быть таким, как он? Вот, значит... И главное не казати, что той, який лежит там, может заработать за день біля метро больше грошей, ніж ты ну, на работе. Ну, это уже такое, да. Ну, это да, но сам факт, то есть безработица в рамках этой системы, да, она, или бедность, она изначально предполагается. Потому что в противном случае не удастся загонять под палкой люди. Потому я говорю, что идея безусловного базового дохода плюс социальное государство, я считаю, что это будущее, в том числе и для нашей страны. Побачим. Ну, потому ви вот в этом плане, робите, смотрите, давайте. Прогноз, да, возвращаю, но это такой макропрогноз. Это макропрогноз. А вот если говорить о таком более суженном, да, временном горизонте, то я думаю, что социально-экономический вопрос, если правительство не сможет решить, правительство Гончарука, да, социально-экономический вопрос, я думаю, что нас ждет с вами большая ротация правительства, включая господина Гончарука. Потому что я думаю, что Владимир... Не все, что стосуется кабинета министров, да? А ротацию. Те, что стосуется Верховной Рады, все залишится так, как мы же говорим о полгода, да? Полгода. То есть я думаю, что с кабинетом министром, да, высока вероятность. И мы видим, что интрига, она уже начинает раскручиваться, да, тут. И кто может быть следующим премьер-министром, да, там. Кто же Абака мелькает, ну не только. Есть другие фамилии. Вот одразу хочу, тобто вы робите прогноз на півроку, кажете, що якщо буде вирішено питання з ЛДНР, тимчасово непідконтрольними територіями. Таке питання, наскільки я знаю, наскільки я маю інформацію, у них все, що стосується ЖКХ, в три рази дешевше, ніж у нас. Даже больше, мне кажется. Питання. А чим ми можемо їх зацікавити, щоб вони повернулися додому? Що ми можемо запропонувати, виходячи з тої ситуації, яку ми маємо на даний час? Ну вот для этого, в общем-то, правительство должно работать. Я считаю, что Украина должна предложить им много пряников, во-первых, и гражданам Украины, которые на подконтрольной территории, но и для неподконтрольных территорий. Да? Я имею в виду социально-экономическая политика. Если социально-экономическая политика останется той, которая есть, ну давайте честно говорить, она отталкивает наших граждан, они будут уезжать. И неподконтрольная территория, они же тоже люди, которые там, наши граждане, добрый. Смотрят. Пряники. Какие самые пряники? И если у Львові захочуть теж мати якихось пряники. А вот тут, смотрите. Якщо побачать, що оцей регіон отримує зараз пряники
коли вийшла така от складна ситуація, то може ми теж трошечки ускладнимо ситуацію у нас для того, щоб і нам пряники досталися? Ну, во-первых, я думаю, що вот на ці питання і должна відповідати большая реформа децентралізації. То есть я думаю, что передача полномочий на места с финансированием, а не так, как это была децентрализация а-ля господина Гройсмана, когда передавались только полномочия без всякого финансирования. А чему у нас боятся слова федерализация? В принципе, децентрализация. Ну, смотрите, же схоже. Федерализация... Децентрализацию сказав, не б'ють. Сказав федерализация, то одразу... Федерализация, она демонизирована в рамках дискурса. Да? Ну, так тобто получилось. В якийсь момент ми можемо казати не референдум, а плебісцит, щоб там, наприклад, не виникали питання. Так? Ну, тобто шукати інші формулювання. Я сторонник того, що потрібно використовувати різні дискурси, головне розуміти смисл і що ми хочемо да, вложити. А використання определених формулювань, опять-таки, тут есть нюанс в том, что часть людей действительно мыслит, скажем так, шаблонно. Они за деревьями не видят леса. Понимаете, в чем проблема? Потому что мне кажется, что если есть у человека критическое мышление, то он начнет просто по-другому чуть-чуть оценивать ту реальность, в которой он живет, и он будет понимать, что его сознательно часто пытаются, знаете, демонизировать определенные понятия для того, чтобы... человек не задавал дополнительных вопросов и чего-то случайно не требовал. Потому что я, например, считаю, что, сейчас возвращаясь к той идее, которую я говорил, что я считаю, что в условиях, даже которых у нас есть, при тех ресурсах, которых у нас есть, у нас страна живет абсолютно бедно, не так, как у нас есть возможности жить. И это не какие-то там, знаете, голословные вещи, потому что вот даже мои коллеги в сотрудничестве с Европарламентом проводили исследование, что у нас аграрные компании, например, из страны там, за несколько последних лет не доплатили бюджет миллиарды евро. І це тільки просто один момент. В принципі, нічого страшного. У нас люди, які працюють за кордоном, кожен місяць переводять 1 мільярд, 100 мільйонів. А за місяць у нас там вийшло за год около 10 мільярдів євро. Але це ж не інвестиції, давайте так. І це рано чи пізно закінчиться. Тобто люди уїхали. Ви не вірите в те, що до батьківщини цих людей тягне. І вони ніколи не розірвуть стосунки з Україною. Не вірю. Но, к сожалению, мы видим, что люди как-то не очень возвращаются. Да. У нас действительно абсолютно плачевная статистика. На 100 человек, которые рождаются, у нас, если не ошибаюсь, там около 47 или даже выше процент, точнее, на 100 смертей рождаемость 47 или 48 человек. Это очень низкое показать. Да? То есть это показатель того, что мы даже не находимся вот на точке восстановления того количества населения, которое есть сейчас. То есть у нас население просто сокращается. Тобто вмирає больше людей, а також ще и выезжают за кордон. А учитывая, что у нас делают с медицинской отраслью, да, дело недоступно медицину, по сути, для миллионов людей и систему медицины, что мы видим все последние годы, да, это ведет в итоге к тому, что люди, опять-таки, знаете, осуждать людей будут, ну, мне было бы сложно. То есть люди, как говорили, карась ищет где глубже. Вот так и карась, люди... вы имеете на увазе... А, рыбу, Саш. Рыбу, вы конечно, рыбу, да. Вот так и люди, момент, которые в поисках лучшей судьбы для себя и своих детей, не выбирают страны, где нет войны, где есть социальные государства, где есть горизонт возможностей и планирование не там пару месяцев, а они понимают, что будет приблизительно через год, через два, через три, и они планируют для себя этого. И это, на самом деле, это нормально. И Украина, на самом деле, как государство, также должна, может это все сделать. То есть это нельзя говорить, что этого нельзя сделать. Потому что это невыгодно части политического класса, экономического класса, который есть в Украине, нормализировать, давайте так, ситуацию в стране. Дивіться, аналітична компанія, група «Рейтинг» зробила опитування людей. Да. І результат, в принципі, здивував. Тобто він показав, що у нас на даний момент є єдина людина, яка має більш позитивне відношення до себе, ніж негативне. Це президент Володимир Зеленський. Тобто 67%, да, якщо я не помиляюся, підтримують його, 25% негативно ставлять. 63, по-моєму. Да. Або 63, да-да, може я помиляюся. І, в принципі, виходить таким чином, що решта, на жаль, має більш негативне, скажімо, відношення до себе. Але, що б я хотів би запитати, по-перше, от уявіть собі, от у вас би з'явилась зараз можливість вибрати одного президента і
поменять, скажем так, завтрашнего дня, поставить нового президента. Вот из 6 президентов за все часы независимости, кого бы вы выбрали, чтобы он, вот, например, завтра очолив Украину? А можно сначала прокомментировать эту часть, а потом перейду? Ну да, так. Смотрите, так. Ну, во-первых, если мы с вами так говорим о социологии, то вот этот рейтинг Владимира Зеленского, он, вот эта флуктуация с повышением, она возникла после встречи в нормандском формате, да, там на около 10%. Я-то пока это еще раз говорю. Выборцы кажут, роби оце. Да, вот, абсолютно верно. Это очень четкий сигнал Зеленскому. Делай все, чтобы мир как можно быстрее наступил. Да? И опять-таки, слово «социология» для современной власти является магическим словом, она на это обращает внимание. То есть это не пустой звук. Но это больше звертаю увагу, когда президент... выборы десь рядом. Это мы так привыкли, смотрите. А для Зеленского, насколько я понимаю, для них как раз это инструмент, с помощью которого они постоянно измеряют настрой общества. Опять-таки, Зеленский — человек, который пришел из сферы, где он постоянно слышал аплодисменты. И он хочет дальше их слышать, а не проклятия и так далее. Ну, я пам'ятаю, був такий дуже класний керівник, Горбачов, мені здається, дуже він любив чути приємні речі в свою адресу. Да, ну Горбачов, ми розуміємо, які в нього там були, свої були нюанси, давайте так, да, можна буде коли-то об этом, кстати, поговорити, по поводу фігури Горбачова. Так от, но на протяжении осені ми на самом деле видели вообще флуктуацию рейтинга, да, потому что, вспомните, у Владимира Зеленского был вообще аномальный рейтинг летом 73%, да, а потом осенью так произошла такая некая флуктуация, при том, что рейтинг повышался у других политиков, да, и у Бойко повышался, и у Тимошенко, по-моему, повышался, ну, то есть, а теперь мы вновь видим у Зеленского, да, рейтинг повысился, в случае, по данным, которые мы видим, группы рейтинг. Так вот, я думаю, что, но при этом очень интересный есть тут нюанс, связанный с антирейтингом, да, что он у него, в принципе, минимальный. Вот это является ключом к пониманию, почему вообще Зеленскому удалось победить на выборах. Это ключевой, очень низкий антирейтинг. Вот я всем, кто следит за политикой, советовал бы следить именно в том числе за теми политическими фигурами, которые имеют самый низкий антирейтинг. Потому что у нас люди готовы протестно голосовать, и это подтверждает этот нюанс. И люди, получается, их так раздражают, многие те, кто уже был длительное время, особенно при власти, что они просто готовы проголосовать за того, у кого нету антирейтинга. Но зато есть известность и популярность. Вот это секрет, вот мы сейчас даже видим секрет успеха Владимира Зеленского на этих президентских выборах, которые у нас были. Если говорить по поводу того, да, кого бы я выбрал, вот завтра, да. Ну, завтра, с понеделька, да? С понеделька, да. Мне, честно говоря, вот как-то, знаете, политологу такие вопросы, в принципе, нельзя задавать. Давайте потому так, что я не оценю в нормативном плане, вот мы же как часто оценим, да, вот на таком бытовом давайте уровне. Давайте зараз представлю хороший, вас, как не политолога, хороший, просто плохой. Гарного хлопца, який может сказать смотрите, о своей ну, мы оценим хороший, плохой, да, но политологи так не делают, ну, на самом деле. Мы оценим... Зря. Ну, не знаю, не уверен. Мы оценим с точки зрения, справился он с теми вызовами, которые стояли перед ним, или не справился. Если оценивать с такой точки зрения, ну, пока что только Леониду Кучме удалось 2 срока побыть президентом. Да, можно спорить, как ему удалось избраться на 2-й срок, но ему это удалось. И досидеть до конца. Да, абсолютно верно. И это очень важно. И это очень важный компонент, да, потому что все остальные, как мы видим, ну, Владимир Зеленский пока в... Это еще некая возможность, да, назовем так, точка возможности, персона возможности. А вот остальные мы увидели уже, в принципе, что не удавалось 2 срока. Я думаю, что вот это может быть политологическим ответом на ваш вопрос. Политологическая відповідь, вона говорить про те, що давайте ми не будемо чіпати нашого президента і дамо йому до кінця досидіти, а потім будемо говорити про це. Ну, в тому числі, ну, я отслеживаю його, контролювати його. Да? Смотрите, вот, опять-таки, мне кажется, что очень хорошо, что президент является лайкозависимым. Это отлично. Это показатель того, что у Зеленского есть определенные стены, которые он не будет переходить. Определенные, ну, как у нас любят говорить, красные линии, вот они действительно есть. Потому что у нас, мне кажется, одна из проблем была всегда, что политики, знаете, они считали, доверие, главное дорваться до должности, вот вцепиться в это кресло, я не знаю, в трибуну и вы, сидеть. Вывчите мову. Ну, это уже там, да. Это такое. Можно, может быть, и да, но спекулировать обязательно, конечно, на этой теме.
может быть, выучить, может, нет, но главное дорваться. А там, когда через 5 лет, тогда разберемся. Вот на самом деле, знаете, правило, тут я как политолог скажу, как, тут уже как политтехнолог, да, правило, первое правило тех, кто выиграл выборы, стоит в том, что сразу же на следующий день нужно готовиться к следующим выборам. Згоден, згоден. Ну це, на жаль, не всі розуміють. А може, к лучшому. І відбраковуються, знаєте, премія Дарвіна. Сперечатися я не буду, да, да, з цього приводу. А хотів би останнє запитання поставити. Представте собі, що у вас з'явилася лампа Аладдіна, ви її трете, потерли трошки, там з'явився джин, який каже: «Шановний Олексій, можеш замовити три любих бажання, але ці бажання не можуть стосуватися тебе, а ці бажання можуть стосуватися лише України. Які три бажання ви, Олексій, для України готові зараз замовити?» Ого, хороший вопрос. Ну, я думаю, перше желання – це мир. Ну, оно, как бы, конечно, меня тоже затрагивает, да? А второе желание – это больше ума и здравого смысла. Чи взагалі? Всем, и обществу. Всем. Больше ума и здравого смысла, да? И третье желание – это то, что давайте на себя не зацикливаться, а смотреть на мир. Тогда, я думаю, все у нас будет хорошо. Дякую. Дякую за вашу позицию, розмову. Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування і далі цікавимось думками наших відомих блогерів. І давайте подивимось, що цікавого вони нам сьогодні розкажуть. Дивимось. Топ-блогери України. Різноманітні ЗМІ запевняють, що після нормандської зустрічі рейтинг Зеленського зріс. А якщо ми ще й пригадаємо той відсоток, який він отримав на виборах, то складається враження, що Зеленський виправдовує довіру українців. А ми тим часом вирішили поцікавитись у людей, хто, на їх думку, найкращий президент України. Приємного перегляду. Доброго дня, скажіть, будь ласка, коротенькі питання дозволите? А скажіть, будь ласка, хто, на вашу думку, за часів незалежності кращий президент України? Порошенко. Дуже дякую. А на вашу думку? Я тут затрудняюсь сказати, це таке питання не вирішене. Дуже дякую, гарного дня. Доброго дня, коротесеньке запитання, дозвольте. На вашу думку, хто кращий президент України за часів незалежності? Та нікого не було. Кравчук один, все. Дякую. Доброго дня, дозволите коротеньке питання? На вашу думку, хто за часів незалежності кращий президент України? Ой, це таке питання дуже важке. Всі нормальні, хороші. Всі були хороші? Да. Ну, якогось терпимо. Одного, якогось одного, можливо, є? Перший, бо він найкращий. Да. Да. Дякую. До побачення. Скажіть, хто, на вашу думку, кращий президент України за часів незалежності? Я думаю, Кучма. Кучма? Я думаю, Кучма. Дуже дякую, гарного дня. На вашу думку, хто кращий президент за часів незалежності України? Зеленський. Дякую, гарного дня. А, ну, можна на русском. Хто, по вашому мнению, лучший президент України за все время независимости? Я вообще ничего не понимаю в политике. Ну, просто как вы считаете? То есть, при каком президенте был лучше всего? Сейчас, наверное. Президентство, сейчас, да? Хорошо, да. Спасибо, хорошего дня. Кто, по вашему мнению, лучший президент Украины за все время независимости ее? Мы просто... Вроде бы Зеленский. Зеленский, а по вашему? Тоже Зеленский. Спасибо, хорошо дня. Кто, на вашу думку, кращий президент Украины за часы незалежности? Немає кращого, немає. Якогось одного, можливо, виділили? Ніякий. Гарного дня. Доброго дня, коротеньке питання. Хто, на вашу думку, кращий президент України за, всі часи незалежності? Ой, ніхто. Я живу в Білорусі, лучше всіх, більше всіх, мені подобався Кравчук ваш. У нього така сама благообразна внешність, він, ну, мужчина привлекательний. А вот по уровню жизни, как вы считаете, при каком президенте было лучше всего в Украине? Ну, я так полагаю, что президент Зеленский нынче еще не готов разложить что-то по полочкам. При ком было хорошо? Наверное, при Кравчуке было в общем и целом. Тут немає табу.
Олексій, дуже дякую вам за те, що ви сьогодні прийшли до нас в гості. Мені було дуже цікаво з вами поговорити на всі ці теми. Я сподіваюся, що вам теж. Сподіваюся, ми ще не раз з вами побачимось. Дорогі я друзі, з удовольствием. Так, ну це тоді все. Ну, я записав після нового року, обов'язково да, зустрінемось. Дорогі друзі, на сьогодні це все. З вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал, а також шукайте і знаходьте нас в соціальних мережах. Всього вам найкращого. Па-па! Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.